Мои дорогие друзья, сегодня такая офигенная погода, нету этого солнца. Я надеюсь, что сюда вода не капает. Так, сегодня хочу сделать, девчата, пиш-пиш-пиш включили. И хочу сегодня сделать, сама не знаю что, но что-то буду делать. Вот говядину купила. И, о! Хочу с говядиной сготовить. Очень люблю. Я специально так подогрела, чтобы... Я сегодня в магазин ходила, хорошие девочки. Ой, девчата, как хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, чё? Пей. Ага, я говорю, ты меня копируешь. Ну? Копирую, конечно. Потом, говорит, буду проверять себя. Ой, девчата. И ты, Иван, иди отсюда. Карине, мы будем строить это, чтобы сухитать его так, чтобы я мог его мовить, сухитать, если не так каленте. А, теперь, говорит, я тебе нужен, да? Мясо, девочки, пожарю. С картошечкой, девчата, и с помидорным соком. Короче, сама помидоры через терочку сделала. Как хорошо, девчата. Кайданочка с Адамчиком на бассейн пошла. Вчера тоже, тот день на днях, вчера, нет, позавчера. Тоже Адамчик ее забирал в бассейн. Вместе они ходили. Вот так буду готовить, девчат. С вами вместе, да? Какая прелесть. Смотрите, как у меня работает пищ-пищ-пищ. Угу. Просто сказка, правда? Очень мне нравится. Я специально так близко поставила. Оно, если он Димилом свеями, оно. Меня видно, говорю, или нет? Сегодня мы этот сделали. Сегодня мы обрызгали все от мух, все. Сейчас сегодня и завтра уже мух почти не будет, девчата. Я перед камерой так хожу, как дурная. Вот, сейчас мясо чуть-чуть поджарится, девчат. Я столько лука тоже на сделала, короче. И сейчас еще солить не буду. Девчонки, я не такой уж и мастер, вот, знаете, вот, люблю готовить, да? А что оно так тихо стало? Сапога, окей? А, я, говорит, вижу. Она как-то делается, девчонки, я вот не... А, он говорит, из-за этого. Я пойду сапога, я пищ-пищ-пищ, porque que me molesta. Я говорю, выключи этот пищ-пищ, потому что мне этот звук мешает, и девочкам тоже будет мешать. Сегодня пошла мясо накупила, девчата. Мой муж так любит. Я не знаю, девочки, вот я не люблю, я кролика не ем, да. Вот пару мух летают, но они уже вообще исчезнут скоро. И он мне говорит, давай сделай, завтра сделаю, девчата, из кролика, рис с кроликом. Ой, для меня кролик я есть не буду. Ну, может быть, рис поем, но кролика нет. Вот не могу и все, девочки. Вот не мое это и все. Как это вот, жалко мне как-то. Не знаю почему. Вот. Сегодня без морковки, потому что я везде морковку сую. Но сегодня сделаю без морковки. Давай, жарься. Чуть-чуть она должна поджариться. У этого мужчины очень хорошие девочки мясо. Всегда свежая, всегда вкусная. Мягкая говядина, хорошая. Совсем чуть-чуть с водой, понимаете? Вот с картошечкой, с томатом, с чесночком. Короче, будет вкуснятина, девчонки. Я себя прям чувствую, как будто я в Узбекистане. Еще вот так готовлю. Какая прелесть, девчата.
Ну, короче, в Азии, да? Вот чуть-чуть пиш-пиш включили, и вообще прохладно стало. А сегодня такой жары тоже сильно не было. Вчера было очень жарко, очень. Ну, говорят, ждите. Скоро будет до 50 почти градусов. Вот, настолько будет жарко. Вот так. Все время с курицей готовлю, потому что моя Кайтана не любит говядину, девочки, да? А что еще есть? Говядина, курица, кролика я не ем. Ну, уточку покупаю тоже. Знаете, ну, индюка беру, нет-нет. Ой, какая-то муха здесь. Скоро вообще вы исчезнете. Исчезнете. Так что вот, а сегодня Кайтаночка ванную наполняла. Помните эту ванную, которую розовую Эстеван купил? Купил, нашел у мусорки. Я его забрала. А Кайтана там, Томасика, купала. Томасик, я тебе сейчас бассейн сделаю. Обратно мы отделили Майкеля от Томаса, потому что я думаю, что это они не оставляют его уши. Обратно мы их отделили. Помните, у меня курица была, ну, у нас говорят, койка, которая ко-ко-ко делала. Я ее посадила там отдельно на яиц. На яйца, ну, отделила я ее, короче, она там сидит. Посмотрим, выносит, не выносит, вытащит или нет. Короче, вот так сейчас будет это все жариться, париться. Будет шикарно. Под шатром готовить, это же просто прелесть, девчат. Оно, видно то, что готовлю или нет. Ну, мое мясо шкверчит. Наверное, слышно. Я столько лука, и главное, лук сладкий, девочки. Ой, я помню, в Туркменистане, девчата, там были мухи, это были мухи. На одном маленьком кусочке, наверное, по 1000. Вот, они любят там, у них же такая влага. Там, ну, влажность, наверное, есть. Вот там мухи распространяются. Вот как и в Африке, да, обратно, это что за этот? Короче, оставлю где-то минуты 5, наверное, пускай пожарится. Ну, не знаю сколько, наверное, минут 5 точно я оставила, девочки. Вот, теперь хочу добавить лука. Лука, конечно, добавляю я много, потому что хочу много лука. Потом чеснок тоже добавлю. Чеснок тоже... А, да, отдельно чеснок. Я думала, неужели он здесь был, и я сейчас все с чесноком. Потому что вы же знаете, чеснок горит быстро. Вот так. Этот лук такой хороший. Он такой сладкий, девочки. Этот все крутится возле меня. На нервы мне действует. Кекерис. Что? Я что? О, говорю, проверяю тебя. Ой. Ой. Ты говоришь, все, у меня, говорит, копируешь. Одно и то же, девочки. Девочки, говорит. На-на-най. На-на-най. На-на-най, поняли? Мелова труха. Меня, говорит, все испортит сейчас. Синята труха, да? Если, говорит, уже не испортила. Это, говорит, так мешать, говорит, не надо. Надо, говорит, с любовью, ой. Истеван, por favor. Amorcito, soltale el pecho ahí. Груди покажи свои, говорит. Ponele gana. Истеван, иди своим цементом. Vete con tu cemento. Porque tengo asco a cemento. Уже, говорит, ненавижу я цемент. Уже, говорит, начинаешь учиться. Ой, девчат. Это, говорит, я, говорит, тебя научил, говорит, вот так, говорит, стучать. Ой, чуть-чуть ветер. Хорошо, девчата, когда ветер. Так, посолю, девчат, и поперчу. Так, соль вот так. Не обращайте на него внимания. У него эти шутки дебильные, но... Смотрите, какая у меня соль. Необычная, розовая, полезная. Вот так, соли побольше. Алла, вот так, вот так, вот так.
Теперь поперчим. Но перец у меня такой, знаете, девчат, слабенький. Вот дома у моей сестры сильный перец. А здесь, иди отсюда. Да, сейчас. Для тебя как будто готово. Муха летает. Вот чуть-чуть сейчас этот уже поджарю. И получится, не знаю, что получится, но получится, девочки, что-то да получится. Ну а что здесь плохого? Мясо, лук, лавровый лист, картошка, помидоры свежие. Конечно, должно быть вкусно. Почему бы и нет? И чуть-чуть водички налью. Оставлю тушиться. Хотя можно и без воды. В своем соку можно тоже. Но я еще подумаю, я еще сама точно не решила. У вас так бывает, да, вот начинаете готовить, сами даже не знаете, что готовить. А потом раз, и такая вкуснятина. Вот сейчас лук пускай дожарится хорошенько до золотистого прям цвета. Вот, отлично, чтобы пожарился, потому что это хороший лук. Я даже вот так люблю, девчонки, мясо с луком, понимаете? Вообще я мясо люблю. Хорошее мясо, никакое, как попало. Вот так. Особенно говядину. Не знаю, говядину люблю, но не все любят ее. Лук уже чуть-чуть такой стал. Теперь добавляю. Я думаю, что целиком лучше добавить чеснок. Или умельченный. Давайте умельченный. Вот и все. Так. Я же вам говорю, я сама не знаю, что я готовлю. Вот так, там много чеснока я. Но с чесноком не испорчу, конечно. Вот так. Сегодня у моей одной подписчицы, которая давным-давно со мной, день рождения. Анжелочка Каримова, поздравляю тебя, моя дорогая, моя золотая. Ты молодец, ты меня не подвела. Столько времени ты со мной. Всегда со мной, всегда меня смотришь, поддерживаешь. Я бессовестная, не всегда могу тебя поддержать. Не потому, что я здесь такой популярный блогер, но ты понимаешь, Анжелочка, у меня же и животные, и муж. И животные, и муж, так хорошо сказала. У нее сын с армии вернулся, она такая счастливая, она там праздник делала. Дай Бог тебе здоровья, тебе счастья. Замечательные дети, девочки, у нее. У нее два мальчика и одна девочка. Замечательная семья. Она полурусская, полутаджичка. Но женщина огонь. Очень честная, простая. Вот которых я люблю. Вот таких, как я люблю. Так, 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 не упади. Не упади. Не упади только. Вот так. Ну так, чеснока, конечно, я побольше бухнула. Ну а что? Девчата, раз есть, давайте. Так, около, уложу хорошо. Чего она не идет? Не хочет. Так, много что ли? Вот сейчас. У нас такой хороший магазин был, назывался «Дом», «Касса». Вот он сейчас закрылся, вон там я купила. Там тоже вот такие вещи, как в Икее, да? Вот, вот купишь там что-то, и вот она надолго остается. Так, это я уберу кусок этот. Знаете, уже передумала картошку ставить. Я так, без картошки. Сделаю вот так. Девчата, запах не чувствую, ничего не чувствую. Муж говорит, так, хорошо все пахнет. Самое главное, чтобы ничего не прилипло. Вы же знаете, что чеснок сразу дает вкус, запах меняется, вкус меняет. Чеснок вообще с мясом очень подходит и с помидорами подходит. Вот, теперь сюда залью мои помидорчики. И будет очень даже вкусно, почему бы и нет. Так, чуть-чуть еще вот так пускай пожарится.
Так что, девочки, у всех, у кого день рождения сегодня, поздравляю. У моей Муси тоже было день рождения, но я не сказала, потому что она же начинает обижаться. Так что, Муся, тебя тоже с прошедшим. Хотя уже сейчас Муся со своим огородом, своими делами, и сейчас не до меня. Но все равно она мне очень много помогла и помогает с моим каналом, все. Вот так, девчата. Завтра сделаю этот... У кролика, девчонки, с рисом. Так что, если хотите, посмотрите. Вот так. Теперь лавровый лист добавлю и помидорный сок. Вот, помидоры сама через терочку. Вот так. Три лавровых листа. И теперь засыплю помидорчиками. И пускай потушится. Если надо. Девчата, так как вот, смотрите, цвет какой. Вот чуть-чуть он как будто цвет и дал. Я чуть-чуть добавлю сладкий перец. Сладкий перец добавлю немножко. Просто для цвета даже. Ну, наверное, вот такую, как столовую ложечку, да? Он просто цвет поменяет, и все. И надо чуть-чуть еще соль добавить, и все. Ну, а вид-то хороший, девчат. Сейчас я своего дегустатора попрошу, чтобы он попробовал. Сейчас посмотрим, что он скажет. Он же у нас эксперт, он же меня всему научил, девчата, и готовить у меня. Вообще, я не знаю, как я родилась без его помощи. Аура Понгусаль. Он уже сам идет. Я говорю, ой, девчата, он уже переходит все границы. Я говорит, говорят, что я, говорит, глупости говорю. А я, говорит, прихожу, говорит, чтобы проверку сделать. Чересчур, говорит, но сильно мешаешь. Я, говорит, говорю, говорит, что я ухожу, говорит, но я никогда не ухожу, говорит, я рядом, я просматриваю. Вот, вот этот не нравится ему. Лавровый лист. Аверсаль. Да, он покито саль. И аура прой вас звали. Окей. Девчата, вот честное слово, иногда он мне нервы делает вот этими. Вот говорю ему, отойди. Эстеван, ду на понес, но бенир, когда йод ты граванду. Ты, говорит, не нервничай. Потом, говорит, ты, говорит, сама, говорит, без меня не можешь. Ну, скучаешь по мне, говорит. Вот так. Так. Смотрите, какой вид хороший. Нет, разве? Мне кажется, что да. Китар пинта. Ну, это не мало пинта. Не, неплохо, говорит. Это ваша линока си комоди. Почти, говорит, у тебя получается, говорит, как у меня. Все, что как ты, говорит, мешаешь. Это, говорит, я. И мете тенго. Ой, ладно. Ламок. Enfin. Так. Toma, pruébalo, la salsa. Vamos a ver. Si no me la ha liado. Adiós, Carmen. Y ese que estaba a mí ni испортила, говорит, ой, девчат, я же говорю. No pasa nada. Este toquecito viene al pelo. Vete para allá. Ahí, ah, ahí, sí, prueba. Sí. Vale, vale. Я говорю, а ну попробуй. Dile la verdad. Скажи, говорю, правду. Una gotita de sal. Чуть-чуть, говорит, еще соль. Pero está bueno. Но она, говорит, вкусная. Poco a poco va aprendiendo. Эй, ай, кучара, но, yo la voy a. Que la lío. Sí, я говорю, ложку туда не ставь. Aquí está el sal, échalo, lo que necesitas. Ну, ничего, ложку я сполосну, девочки. Вот так. Здесь все под рукой. И вода. Mira. Смотрите, говорит, и учитесь. Mira. Дурачок. Я же вам говорю, девочки. Этот тоже, говорит, от меня, говорит, научился. Я, говорит, так, говорит, с цементом, говорит, делал. Ой, девчата, посмотрите, какая прелесть. Разве нет? Вот моя еда уже и готова. Вот сейчас домой понесу.
вот чуть-чуть еще 5-10 минут оставлю. И все. Чтобы она загустила немножко. А потом с хлебушком, девчата. О, еще с оленями. Вау. Будет бомба. Короче, вот так, девчата. Вот такой вид. Что здесь плохого? Видите, ничего, не прилипло, ничего. Очень даже вкусно получилось. Смотрите, как сидят красиво. Привет, солнышки. Сегодня выпустила, загнала всех курей, гусей. И я этих выпустила. Пускай погуляет. Вчера целый день они не выходили. Вчера целый день. Вот так по очереди. Как будто мне больше делать, девчата, нечего. Ну а что? Не могу их всех вместе, понимаете? Смотрите, какой у него важный вид. Ой, девчат, иногда мне муж так нервы эти делает. Вот начинает свои глупости говорить. И говорю, ну не говори, да. Он такой, оставь мой шарм. Эти тоже хотят. Только зашли, опять хотят. А этот как важный гуляет. Видите, поливали сегодня вообще. Шикарно все. Мама с дочкой там гуляют. Эту часть никто не поливал. Посмотрите, как зелено. Почему? Потому что дожди были. Такого сильного солнца не было несколько дней. Как он красиво гуляет, девчонки, я от него балдею. Мы поставили кафель снизу, потому что он пробку убирает и оставляет всех животных без воды. А этот? Он прямо душек от меня. Привет, солнышко. Привет, мой хороший. Как ты? Они любят высоту. Завтра я им крылья подрежу, что ему, что его жене, что его дочери. Как ты, радость? Сегодня мухи злые, наверное, потому что мы их поотравляли. Ты что, песок ешь? Как он перед ними любуется. Посмотрите на меня. Вот отсюда он не отходит. Туда-сюда. Но, наверное, чувствует тоже, что они тоже птицы. И хочет свою красоту им тоже показать. Это мамаша? Да. Да-да, мамаша. Ой, уже этот поднялся. Как хорошо. Я так рада за нее. Видите, значит, она уже лучше намного. Видите, она уже и кушает сама спокойно. Вылечила все-таки, я ее вылечила, девчат. А я-то думала, я ее потеряла, все. Я по кольцу знаю, на ноге которой. Моя радость. Как я за нее переживала. Она и поправилась немножко, правда, девчата? Была худая такая уже. Ой, на него. Что, ты хвастаешься, да, перед девочками? Ну, давай, похвастайся. Покажи, какой ты у меня красивый. Он им показывает.
Девчата, если вы знали, как он переливается. Вот, смотрите, сегодня я смотрела свое видео через телефон. А потом взяла через телевизор. Никогда не смотрела через телевизор. Нет, не те цвета, девчата. Хоть и телефон хороший, и все хорошее, да, все равно. Эти цвета, которые глаза твои видят, не передают, как он крутится. Они как все на него смотрят. Представление он им делает. Сейчас я его напугаю. Чё ты? Сразу повернулся. Чё ты, мое солнышко? Хоть ветер... Я представляю, как ему тяжело. Но он все равно идет, видите, да? Носит этот хвост. Оставляю, оставляю тебя, оставляю. Похвастайся. А эти целыми днями, девчата, дерутся. Целыми днями. Вот играются вот свои игры, да? Ну, от того, что у них у этой... У другой много энергии. Энергии. Девчата, если что, я в джунглях живу. Главное, я поворачиваюсь, он кричит, чтобы меня снимай, да? Сняла все, все сняла. Иду домой, девчата. Я хочу сейчас отдельно картошку пожарить, чтобы, ну, я вот так же просто мясо с томатом не дам. Мясо пожарю. Это убегает от меня. Меня вид убегает. У нее уже страх на меня, девчата. Я же ее постоянно лекарствами пичкала. Носик чистила, глазки. Вот она уже меня видит и боится меня. Если бы она знала, какую я ей этот, что я ей жизнь подарила. А не бояться меня надо, а вообще, как говорится, в ножки кланяться. Это все стоит, показывает им. Смотрите на меня, смотрите. Ай. Вот так. Иду, девчата, картошку жарить. Мои любимые, не прощаюсь с вами. Знаете, что каждый день 12 часов. 12, сегодня 12:30 выпустила ролик. Ну, а так вообще 12 часов выпускаю каждый день. Ролики, так что заходите, смотрите, поддерживайте. Лайкуйте, пишите. Давайте дружить. Давайте быть обычными. Что нам делить, а, ребята? Вот мне, например, с вами что делить, девчат? Да нечего. Мне просто хочется вам радость подарить. Хочется вас этот... Ну как, время ваше, чтобы вы хорошо провели. Понимаете? Так что добро пожаловать в мой дом. Всегда, всегда, девчата. Любой момент. Если вам плохо, грустно или еще что-то, не с кем поговорить. Знайте, что у меня есть Инстаграм. Знайте, что я всегда найду время для вас. Так же, как вы на меня находите время, девчата, и я на вас найду. Пока.